have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы с вами в Легенде о Гримроке. Так, некоторые вещи я тут немножечко переосмыслил. Наверное, надо было надеть щит сюда, второй. Насчет вот этой дубины. 6.18, 7.22. Тяжелое оружие 3, тяжелое оружие 2. Так, а тут у меня вообще кость на 2.6. Наверное, надо убрать. Оно продолжает весить, вроде столько же, да? Минуточку. Почему у меня... Период ожидания. А, здоровье минус 15. Уклонение плюс 5, здоровье минус 15. Тогда что-то я не уверен, что я хочу этот щит. Ну ладно, посмотрим. От этого исходит нечестивая аура. Может, мне он и не нужен тогда, кстати. Так, насчет здесь. 6.18 мачете. 4.13. Да, мачете пока что лучшее, что у нас есть. У нас есть эссенция огня. Я пытаюсь вообще сейчас вспомнить, что происходит. Где мы и зачем мы. Так, тут мы вроде как дальше никуда... Пойти не могли, хотя вот эта штука мне... А, да, я забыл, вы тут не видите курсора, я потом смотрел. В общем, если вы видите сейчас слева от храма, есть такой кусочек, как будто не открытой земли, но там ничего нет. Ладно. Видимо, нам сейчас в локацию с драконом. Будем посмотреть, что нам предложат. Из проблем, которые у нас имеются, я так понимаю, что нам нужно будет качать меткость, потому что пока что все печально. Ты ко мне подойти не хочешь? Так. Промах, промах, отлично. Да, с меткостью беда. С меткостью большая беда. Пока что у нас тащит только маг. О, мне надо как-то туда попасть. Но я сейчас больше хожу, именно карту прорисовываю. Сейчас. Устремив цепкий взор на свою четкую цель, они вошли. Цепкий взор. Мне постоять здесь? Просто посмотреть? Ну, давайте подождем. Ладно, может это глупо, может я себя накручиваю. Ну, опять же, устремив цепкий взор на свою четкую цель. Я постоял так минутки две, наверное, пока что... Ох ты ж! Я не ожидал, что тут такое возможно. Там черепаха плавает. А мы не задыхаемся? Тут можно... А, мы задыхаемся, да? А как отсюда выбраться? Никто не знает. Ну, наверное, кто-то и знает, но... Так. Ясно, ясно, ясно. В воду можно упасть. А-а-а! Почти. Ладно, сейчас, минуты, ребят. Ладно, я вернулся. Чудика мы этого не убили пока что. Но как бы ладно. Иди сюда. Мы, типа, не знаю, что сейчас меньше. Промахиваемся? Да, прикиньте. Надо, наверное, сохраниться после такой великой победы.
Тут, оказывается, можно упасть в воду. Ну хорошо, мы нашли место, где можно вылезти из этой самой воды, что тоже неплохо. Значит, это нужно будет все исследовать. Ладно. Вот место, где можно вылезти. Что тут? S. Ливневый островок. Z. А, север, запад, юг. Я понял. Лес драконов. Мрачные топи. Топи-топи. Топи-топи-топи. Топи-топи. Ага. Ага. То есть у нас тут появился какой-то дополнительный такой, скажем, уровень исследований, когда... А вот, да, лестница сюда можно нырнуть. Ну, грубо говоря, нырнуть, конечно, не нырнуть, но... Шашлычок. Металлические звуки, опять же. Не многовато ли ты хочешь три раза увернуться? О, один раз полностью увернулся, один раз полностью все отхавал. Блин. А, это... Я понял, что за металлические звуки. Я думал, это робот какой-то ходит. Нифига, это... О, хорошо, чувака там колбасит по полной. То есть это нужно будет на скорость проходить. Хорошо, в принципе, я не против, наверное. Чувак, а ты мог бы, пожалуйста, сдохнуть? Вот, спасибо. Фух. Так. Я так понимаю, что мне нужно будет теперь ходить опять собирать все эти камушки, только на другой элемент, да? То есть там у нас было... О, тут черепаха. Давайте я тогда отдохну, мне нужно силы мага восстановить. А то бедный истощился весь... И хорошо, хоть не подыстаскался. Итак, вечерочек у нас добрейший, между прочим. Может, перед тем, как нырять, мы походим все тут сверху, посмотрим. Как вариант. Погодите, компас пока что мне, наверное, не надо. Заодно вот этих ребят можно поизбивать. Так, это я тоже заберу. Спасибо. Ого, там кристалл. Кристалл всегда хорошо. Нет! Мост, 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 мост. Мост обвален. Так, дружище, можно я тебя убью? Убью, говорю, можно? Спасибо. Так, и у нас там внизу черепаха. Хорошо, по карте. А это что за место? А, да, 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 все понял. А, лестница у нас тоже отображается. Ой, это круто. Это круто. Там у нас лабиринт внизу. Ну все, нам получается нужно или только в этот, в металлический лабиринт, или нырять. А тогда, наверное, давайте утра подождем. Я думаю, что так будет. Это вы тут спавнитесь или... Ну? Все нормально, ждем. Отлично. Итак, время искупаться. Сразу. А у меня огненные заклинания, наверное, не будут работать. А, у меня в принципе я не могу драться в воде. Ой, это печально, кстати. Тут много черепах. Я ничего... Ой, там сундучок. Вижу, вижу, вижу.
А, еще разочек. Опа. Так, сундучок. Сундучок можем отдать... Кому тебе, наверное? Ой, блин, ты хавать хочешь? Зачем ты так? Зачем тебе еда? Окстись. Ты... Ты... Ну, они, в принципе, нормальны. Средней степени голодания. Опа! Я успел. Хорошо. Что в сундучке? В сундучке, между прочим, золотой ключик. Ничего себе. А мне их уже теперь два. Так, на, съешь вот эту штуковину. Штанцы, кожаный набедренник и факел. За факел тоже спасибо. Может, в сундучке у нас теперь все бумажки лежать будут? Посмотрим. Там куча ненужных, но мы их потом поперебираем. А, так у тебя такой же. Тогда это тебе. Ой, у тебя как раз нету. Все, идеально просто. Сходили. Ладно, теперь надо... Морскую гладь эту всю. Нужно бы еще сюда прыгнуть. Да, пойдемте, наверное, так и сделаем. Там-то мы в прошлый раз полазили, но не долазили. Блин, я сейчас тонуть начну. Некрасиво получается. Опа! Нормально. Там тупичок. Но я не успел посмотреть, есть ли что-то в этом тупичке или нет. Если что, мы потом туда вернемся. Окей, договорились. Сегодня-то какая-то больше исследовательская, что ли, серия. Мне интересно, что вон там. И вон там. Хм, хорошо. Тут черепахи. И туда я пройти пока что никак не могу, да? Ой, блин, да? Ну что? Что ж ты так? Опа! Там какой-то то ли проход, то ли не знам о чем, но пройти я туда... Хм, никак не могу сейчас. На самом деле, мне вот эти побегушки под водой не очень сильно нравятся. Там тоже есть какой-то то ли проход, то ли что-то. Тут есть вторая лестница, по которой можно выбраться отсюда. Давайте я подожду. Восстановлюсь немножко. Хоть бы не вечер. Нормально, еще не вечер. И пойдемте исследовать в эту сторону. Растеньку я заберу. Да, тут у нас проход... Блин. А как теперь-то? А как выбраться-то теперь? Я тут лестницы не вижу. Ну, по-моему, все, да? Я приехал. Ого! Наверх не хочешь? Блин, ясно. Ладно. Туда пройти можно, и там даже есть... О, это я здесь. Хорошо. Туда пройти можно, и там даже есть проходец. Оп, назад. Вон туда вниз. Теперь давайте посмотрим через вот эти шипы. Выглядит все так... Ха-ха, круто, круто. Через шипы тоже фиг пройдешь.
Ладно, я попробовал пару раз, и кажется, я понял принцип, как это все. Ай. Принцип отвратительный, как это все работает. Но я, наверное, могу пойти воскреситься где-то. Я даже не помню, где был кристалл. Давайте посмотрим, что там дальше. Или сходить воскреситься, раз уж я уже нажал эту чертову кнопку. Погодите, ребят. Ладно, пока я ходил, воскрешался, мне встретилась по пути какая-то недобитая черепашка, за счет которой я набил себе еще один уровень на 2 человека. Вот таким вот. Хорошо. Где у нас там точность была? За каждое очко навыка твоя точность повышается на 10. На втором уровне навыка ты можешь проводить атаки ближнего боя, заднего ряда. Мне это не особо надо, но точность я качать буду, потому что она мне сейчас нужна, наверное, больше, чем урон. Точность тебе. А ты у нас, дружище, концентрацию тебе, наверное. На третьем уровне навыка. Так, это на 20. Магия земли, магия огня. Хочу ли я в магию огня сейчас вкладываться? Так. Или может концентрацию все-таки... Давайте, наверное, в магию огня сейчас один кинем. Как мы собирались. Один в концентрацию, один в огонь. Поехали. Ладно. Итак. Игра сохранена. Мы это все сделали ради бумажечки. Ой, великодушно извиняюсь. Надеюсь, моя маленькая ловушка всего лишь сломала тебе пару костей, и ты в состоянии продолжить свое героическое путешествие. Блин. Тварь, конечно, тварь. Ну ладно. Таким образом мы попадаем в соседи. Ох ты ж. Блин, это как тот босс, только вот оно одно. Я надеюсь, что оно одно. Ой, критически, хорошо. А чё второй сюрикен-то не подбираем? Нож подобрали. Блин, с него ничего не прокнулось, только... Стойте, плита, что она делает? Ага. Сразу бы так. Я тебя понял. Плита у нас просто шорткат. А вот это то место, куда я попал, наверное, через подводные брождения мои, да? Блин, тулоку не до конца исследовал, уже пошел за... Как я мог подумать, что мне кто-то что-то просто так даст, да? Это было крайне наивно с моей стороны. Я не хочу на него магию тратить. Да, потому что сейчас вот это вот четверо, вот эти ребят подойдут. И вот на них магию уже тратить придется, потому что их четверо. Тут же есть еще и с четвертой стороны, да, парень? Ёлки-палки. А у меня нечем подзарядиться. Нечем, очень круто. А вот они меня и убить, кстати, могут, если что. Блин. Ну, как бы просто не хочется зельки жрать. А сил на мага у меня уже не осталось. Блин, по-моему, и манны тоже не осталось. Так, минус один, хорошо. Переключись. Хорошо. Отлично. Я хотел сказать, они что, не достают? Не, нормально, они достают. Сдохните, твари. Блин.
А ведь убьют сейчас. Ладно, зря выпил, я их добил. Где я? Неплохо я так заплатил за это, да, за винтовку. Так, это стрелы, это... Где эта фиговая винтовка-то? Вот она. На, держи, дружище. Значит, пистолет у нас мушкет. Огнестрельное оружие 7.21. 17.52 аркебуза, да. А, для него отдельное... Минечку, чем он стреляет? Требуется огнестрельное 3. Так, может, мы тебе сейчас его и подымем? Навыки. Огнестрельное. Принять. Это тебе на следующий уровень будет. Нам эту аркебузу надо одеть. Я буду, наверное, качать ему огнестрельное. Это не проблема. Так, давайте поспим, восстановимся. Раз у нас... О, ты голодный. А, привет, голодный. На, покушай. Навыки. Что я хочу тебе качать? Я, наверное, тебе буду тяжелую броню вкачивать дальше. Да. А потом мы с тобой обратно пойдем... Ну, не обратно, потом мы с тобой пойдем в точность. Я практически уверен, что здесь есть... какая-то тайна. Ну, по крайней мере, мне было бы, наверное, обидно, если бы ее здесь не было. Какая-нибудь раздвижная стена, что-нибудь. Не? Блин. Ребят, ну это же идеальное место. Где вообще? Какой-то сатанинский крест. Так. Не? Точно нету? Да ладно вам, ребят. Ну, просто логически очень напрашивается, чтобы здесь была какая-то секретка. Да, смотрите, пистолет. Пистолет как раз выручает в такие моменты, когда... Фух, блин, что-то у меня это... Я запутался. В такие моменты, когда заканчивается метательное оружие, пистолет выручает. Я думаю, что нам нужно будет, может быть, в метательное тоже немножко вложиться. Ха. Ха. А, дух и материя. Ну, это звучало как ругательство только что. Ну, давай. Камушек вижу, да. Камушек у нас будет... Ой, там каменный голем. А вот зачем это место? Тут два камня. Погоди, мне надо этот прогнать. Я себе сейчас что-то закрыл или... А, мне нужно пройти с другой стороны. Отмычка. Странное немножко местечко. Да, чувак, ты перегружен, я знаю, но тут новый рецепт, который... Ему некуда ложить, хорошо. Очередной ящик с едой, кстати, у нас получается. А ты у нас ящик с бумажками, да? Да. Так, у тебя... А, у тебя куча всего. Куча всего. Еще один мешок с едой. Так, а ты у нас...
Слушай, у него по весу еще нормально, у бычары. Не, не нормально. 76, блин, он тоже перегружен. А вот это сколько ты весишь? Дубину. Дубину, я думаю, можно выбросить. Вот эта штука, она же меня будет плеваться, да? Погоди, а как мне это сделать? Мне нужно, чтобы она на него отреагировала, да? Я понял, хорошо. Так, для этого мне нужно... Какая из них? Вот это или вот это? Ну, допустим, вторая. Ага. Ага. Но тут при этом дверь закрылась. Загадки-загадушечки. Я понял. Наверное, одна из них будет мне... от... Все, 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 я понял, что мне сделать. Мне нужно, чтобы вот эта штука попала вон в ту. Все, это я догадался. А теперь, чтобы открыть дверь... Угу. Так, нет, погоди. Так, так, так. Так, так, так. Отлично. Это мы решили. Теперь я могу с этой стороны пройти. Так, тебя. Наверное... Ладно, погодите, я могу пройти с этой стороны. Толкнуть вот эту фиговину. Теперь, у меня есть два варианта, куда и как ее толкнуть. Хорошо, давайте сохраняться и пробовать. Я не знаю, будем сейчас посмотреть. Итак, если сюда. А, даже так. То есть у нас вообще без вариантов. А оно не толкнет камушек сюда, если я попрошу? Нет. Нам нужно попасть туда. При этом тоже ничего не меняется. То есть мне нужно вывести именно оба эти камня. Вопрос. Как это сделать? Мне нужно получить доступ вот за эту стенку. Чтобы его вытолкнуть оттуда хоть как-то. Потому что сейчас я могу его двигать только... в эту... или в эту сторону, да? Чтобы двинуть его в эту сторону, мне нужно оказаться за этой стенкой. А это нереально. По крайней мере... Блин. Что-то факел. Догорел? Чувак там психует по полной. Давайте я утра подожду. Что там было в начале написано? Было сказано... Дух и материя. На что этот намек?
Ну, то есть мне явно нужно вот этот камушек двинуть, чтобы открылась вот эта вот штука, чтобы я смог пройти дальше, я так понимаю. Так. По карте. У нас тут... Ну, тут закругление, да, происходит. Но мне-то сюда нужно. Тут ничего нету. Вроде нету. Вот эта штука, она... А что если я еще раз пульну? Ничего не произойдет. То есть вот это я открыл. А как теперь дальше? Видите, мне нужно как-то с той стороны попасть, чтобы вытолкнуть его сюда. Но это не представляется возможным. Пока я сам не окажусь там. При этом здесь нет никакой вроде как тайной двери. Да, немножечко странно, признаюсь. Ладно, давайте я подумаю и вернусь, если найду решение. Не знаю, ребят, то ли я что-то туплю, то ли что-то такое. Я пока решил оставить ту загадку. Не хочу тратить слишком много времени, я сейчас все-таки записываю. Решил вернуться еще, вот мы сейчас находимся вот здесь. На предыдущей локе. Помните вот эта дверь, где сказано «Устремив цепкий взор на свою четкую цель, они вошли». Хочу полазить здесь еще вокруг, посмотреть, может что-то творится, какой-то цепкий взор на четкую цель. Я уже тут стоял и смотрел и на саму дверь, и не на саму дверь. И туда я чувствую, что мне тоже нужно. Но по воде пока что, не знаю, ходить не особо хочется. Может... А, погодите, а вот это... А туда... А как туда подойти? А туда никак не подойти. А, ну давайте... Че, серьезно? Это так решалось? Блин, я это мог сделать еще тогда. А если я это... Отойду... Она закрывается. Тогда мне нужно... Здесь внизу я обнаружил храм, жаль, что это та-та-та, близ одинокого вяза, глубокого, ну, это, я кое-что зарыл, вот это, да, эта бумажечка нам уже не пригодится, спасибо, мы ее здесь оставляем. Что за место-то? Как кнопки, выглядит как кнопки. А тут? Там портал какой-то. А туда я тоже никак не пройду, или пройду? А, блин, дружище. Все есть на стыке четырех сторон. Все есть на стыке четырех сторон. Храм заблуждения. Блин. Ну, давайте смотреть, что будет. Чё, да? Так, я какие-то сапожки получил. Защита 4, защита 1. Это явно сюда. У тебя вообще сапожек нету, босиком человек ходит, поэтому сделаем вот так. А теперь вот это? Так.
Ну, вроде. Ага! Нифига не ага. Как-то прошел. Не знаю, хочу ли я здесь находиться. Давайте я сейчас отдельно сохранение сделаю, погодите. Итак. Что я здесь делаю? Тут, кстати. А, тут две клеточки портала. Вот в чем прикол. Очень странный закуточек вот этот вот. Ну, прям. Прям максимально. Зачем он здесь? Кто бы знал. А? Тут никого? Шмотки. Шмотки, шмотки, шмоточки. Это всегда хорошо. Так, зельку тебе, магию тебе. Тут что-то еще есть? Нет? Я здесь за шмоточками, вот зачем я здесь. 8.24. 6.18. Кстати, что-то есть надо. 6.18. 8.24. Для выпада нужно легкое оружие, а так оно не нужно. Так что все хорошо. Так, окей, окей, окей. Это уже было не зря. Все на совете было не зря. Не напрасно было. А что это за... местечко, в котором я оказался. А это же мост! Мост, куда я хотел попасть, с той стороны. Все, я понял. Классно. Здоровски, что я сюда попал. Да череп! У меня же это... Что, типа, серьезно повредили? Да, руку повредили. А чё ты убегаешь? Чё ты убегаешь? Мясо кусок. Так, это мне или зелька, или... Ну, эта рука мне пока что все равно не используется. Поэтому я, наверное... Так, у меня тут отмычка, у меня тут рецепты какие-то новые, не новые. А, вот он, новый рецепт. Зелье ярости. Ага. Ага. Так, магический. О, блин, там что-то булькает. Я сейчас это возьму, меня телепортнет, да? Ну-ка, погоди. А, так кристалл вот. Кристалл здесь. Вообще не проблема. Ты бы не промахивался, дружище, а? Черт, да, я забыл, что с этой стороны оно не полетит. Так, мясо забери. А, с мясом у нас немножечко перебор получается по весу, да? На тебе мясо. И тебе мясо. Все, хорошо. Так, ладно. Куда у меня улетел нож? Я вообще без понятия. Ну, так. Че по луку? Лук мы просто забираем. Да, пока что ты его поносишь, наверное. Хотя, надо просто место освободить. Давай мы шашлычок тебе передадим. А тебе лук, да? Да, все, отлично. У нас теперь и стрелковое, и всякое такое оружие будет. Почему мне показывают, что тут вроде как... А, это вот это место было, да, которое мне показывали? Супер. Там какие-то ворота. С кнопкой. Рычаг. Что за кусты? Зачем они здесь?
фонтан с девой. И возле кристалла. Но место такое живописное, конечно. Ха. Посмотрите на нее. Ладно, ребят, давайте тогда на этом заканчивать. Продолжим в следующей серии исследовать. Там, я не знаю, с этими кубами тоже буду потом что-нибудь думать. Может быть, между сериями подумаю. А пока что, ну, давайте, все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодцы. Всем покеда.